Всех приветствую. Сегодня у нас второй день. 10 упражнений по 20 раз счета. Разминочка у нас будет всегда одинаковая. Ноги и руки в сторону 20 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Хорошо. Теперь подпрыгиваем и подтягиваем к себе к колени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Хорошо. Следующее упражнение. Ложимся на спину и плавно поднимаем левую правую ногу прямую и касаемся руками. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Четвертое упражнение. Ноги то широко, то узко. С выпрыгиванием. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Четвертое упражнение сделали. Пятое упражнение. Встаем на четвереньки. Согнутую ногу. Попеременно ту левую, ту правую. Как можно выше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Шестое упражнение у нас. Альпинист. Противоположное колено тянем. Противоположные мышки. Правую влево, влево, правый. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хорошо. Так, у нас седьмое упражнение. Это полубэрби. Мы делаем без отжиманий. Так вот, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, выходим, выходим. 12, 13. Нет. 14. Я тебя позову, Вик. Иди пока. 15, 16,
15. 20. Хорошо. Восьмое упражнение. Приводим к себе колени. Поехали. Раз. Не опуская. Два. Три. Четыре. Следующее. Девятое упражнение. Отжимание с подтягиванием себе колено через сторону. И качнуть, пожалуйста, потом тебя позову. Становимся. Итак, начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать и двадцать. И десятое упражнение. Стоим в упоре, ноги попеременно, широко-узко, широко-узко. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Итак, первый круг сделаем три. Пару глотков взяла воды с лимоном. Ой. Сегодня немножко динамичнее, чем в прошлый раз. Мама, мне книга зеленая. Что тебе нужно? Бери ее, убери и иди. Все, взяла? Беги. Я ж тебе арендую комнату на час. Ну что, потихонечку начинаем второй круг. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Следующий подпрыгиваем, тянем к себе колени. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Следующее у нас. Так, что у нас было следующее? Альпинист. Третий. Альпинист. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Так, следующее у нас четвертое упражнение.
выпрыгивание. Ноги. То широко, то узко. Поехали. Раз. Четвереньки и колено согнуто вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я увлекся. Так, следующее у нас шестое упражнение — полубёрпи. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Седьмое упражнение — пресс. Ложимся на спину и касаемся по черту ноги. Раз, два, три, пять, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 17, 18, 19, 20. Фу, хорошо. Все? Нет, Вика, что опять случилось? Идите пока. Все, иди, беги. Следующее у нас идет отжимание. Сейчас подожди маленько. Отжимание с подтягиванием колена. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 19, 20. Так, еще у нас остается прыгание с ногами. Или что-то я забыл. На, все, беги. Беги, беги, беги.
лучница. Все, беги. И выпрыгни мне ноги. Шерстовоска, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вдыхаем. Так. Раз. Входим, встряхиваем ноги. Сегодня немножко побольше динамики. Сегодня дома. Помощники помогают. Так, питание скажу в конце, что как сегодня питаемся весело. Ну что же, у нас чуть-чуть, как будто я одно упражнение забыл. Сейчас посчитаю, если будет 9, то мы сделаем в конце просто планку. Сразу за 3 раза полторы минуты. Первое, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Отлично. Второе упражнение я буду делать просто 20 раз подряд, без распрыгивания. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, пятнадцать, двадцать. Отлично. Следующее упражнение у нас. Скалолаз. Это третье. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, четвертое. Ноги выпрыгиваем широко-узко. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ох, как хорошо. Пятое упражнение на четвереньки. Ногу. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отлично. Шестое упражнение у нас полубэрби. 20 раз. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять,
10, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Так, седьмое упражнение. Пресс. Поехали. 20. Вспомнил, что я забыл. Колени приводить. Ну, сейчас сделаем его 9-м и 11-м разом. Так. 8-е упражнение. Отжимание. Ногу через сторону. Поехали. 16. Что-то пресс устал вообще конкретно. 17, 19 и 20. Вот на 9-е упражнение. Приводим к себе колени. Спокойно, медленно. Поехали. 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Сейчас мы делаем ноги в сторону. Поехали. 20 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, мы забыли 10-е упражнение. Коленки, давайте сделаем 11-й раз. Поехали. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Ну и все, молодцы. Попьем водицы, драгоценные. И в конце любимая растяжка. Начнем стоя.
просто ноги ширине таза. Опускаемся вниз, поехали. Раз, три, четыре, шесть, семь, восемь, десять, 14, 15, 17, 15, 4, 5, 6, 20, 30. Теперь ставим правую ногу перед левой. Так, крест-накрест тянемся к носку левой ноги. Поехали. Раз. 5, 7, 9, 10, 15, 19, 21, 25, 9, 30. Меняем левую перед правой. То же самое. Поехали. Раз. 5, 7, 11, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30. Теперь носки вместе. Тянемся перед носками, ноги прямые. Поехали. Раз, три, пять. 7, 10, 17, 20, 26, 30. Хорошо. Садимся. Стопа к стопе. Делаем лодочку. Поехали. Раз, три, пять. 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30. Ноги широко. Тянемся вперед. Раз, два, шесть. 7, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30. Тянемся к левой ноге. Раз, три, четыре, шесть, восемь, десять, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 9, 30. Правый. Раз, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 25. 7, 28, 9, 30. Ноги шире, еще тянемся опять вперед. Раз, три, четыре, пять, семь, 10, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 9, 30. Отлично. Потянемся еще просто вперед, ноги вместе. Поехали. Раз, три, пять, семь, девять, 10, 17, 20, 6, 27, 30. Ну и бедро потянем. Свет, днем и ночью, выходные и праздники. Фу. О, прохрустилось все. Опа.
Итак, сегодня мы... Что можно сверлить-то? Делали с утра вакуум. Это когда мы встаем, на какую-то опору опираемся. Специально прибивает меня на стол спина горбатая, надуваем максимально живот и максимально вдуваем, втягиваем задержкой секунд по 10 в том и в том положении. Затем сегодня мы едим овсяный блин с утра с чаем без сахара. Он делается так: 30 граммов сухой овсянки, 3 столовые ложки овсянки, 3 столовые ложки молока, яйцо перемешивается и запекается на сковородке как блин. Чай без сахара зеленый, затем перекус либо грейпфрут, либо полгрейпфрута, либо зеленое яблоко. В этот в обед у нас получается 150-200 грамм гречки и 200 грамм грудки вареной. Затем перекус грейпфрут и на ночь опять 200 грамм творога с ложкой меда. Все, пьем 2 литра минимум. Все, до завтра. Все опишу внизу в описании. Всем спасибо, будьте здоровы, всем пока.